три утра, как правильно не знаю. Мы собираем вещи и выдвигаемся на Бучефа. По карте показывает ехать часа полтора. Дождя как будто бы в том районе нету. Посмотрим, как будет. Берем с собой сразу вещи. Я вообще еду в джинсах. С собой у меня еще куртка будет. Тысячи телефонов. Мы стартуем. Хочется спать. Невероятно просто. Фу. Давай, помахай туши-то. Сейчас быстро долетим. Единственное, что переживаю, это за горную местность. С самого утра был туман и была плохая видимость. Примерно час нужно добираться по трассе, а уже потом начинается горная местность и 1500 разных поворотов. Спать до сих пор охота, если честно. Я никак не могу расступиться. Повороты очень резкие, и почти сразу же начинают закладывать уши, потому что мы очень резко начинаем подниматься на гору. Это просто жесть. Здесь прям нету асфальта вон там. Кусочком. У нас, конечно, очень маленькая машинка для таких приключений. Она только литровая, тяжеловато идет. Но в целом это турбо, конечно. Но если вы сюда соберетесь, я бы вам посоветовала взять хотя бы 1.6, я не знаю, либо как-то побольше лошадей. Я в этом особо не шарю, но эта машина идет тяжело. Блин, как же жалко вообще, ну, дорогу, потому что мы сюда приезжаем уже в третий раз, и всегда был идеальный асфальт, все было прекрасно. Было тяжко, но мы вроде как добрались до вершины. Хотя самая сложная задача — это найти пикап, который поднимет на, ну, до конца на вершину, потому что эта малышка туда не поднимется. В прошлый раз я ночевала, по-моему, здесь, при отеле, и отель, ну, говорил, типа, вот, вставайте в 5 утра, стойте на дороге, и какой-нибудь пикап вас подберет. Поэтому мы сейчас по этой же стратегии остановились тут. Никого нет, кроме нас. Посмотрим, будем ждать. Ты чё, их разбудил? А? Ты чё, их разбудил? Нет, я просто рыбался рядом, они сами встали. Ты спросил, они поедут? Они сказали, что позвонят. Я просто порешаю. Я просто хожу, не успею читать там. По воле. Духов. Они просыпаются сами, я говорю, малышка. Туда мне надо. Тут. Выпал. Он такая, окей. Сейчас все сделаем. Надо, наверное, машину нормально поставить. Я каждый раз думаю, что... Я в прошлый раз тоже так думаю. Я думаю, ну все, типа, это последнее путешествие в 5 утра. Никаких больше таких заварушек. И что вы думаете, кстати, опять мы тут? Причем сейчас сезон дождей. Ужасная дорога. Ох. Ну, кстати, здесь тепло еще, да? Нормально. Но там, по-моему, наверху всегда было прохладнее. По крайней мере, в феврале, вот, по-моему, мы были. В мае до этого. Ну, плохо. Плюс-минус в этих районах. В октябре. А, в сентябре в первый раз, получается. Но сентябрь — это как бы сезон дождей. Поэтому. Там, кстати, есть еще вот такие отельчики, путь или какие-то нет, в них можно переночевать. Либо вот в этом можно переночевать. Они, по-моему, стоят около 500-600 бат. Мы, короче, сели в тачку. Все, поедем наверх.
Сейчас на специальном пикапе мы вот так поднимемся минут, по-моему, 7-8. Вот такие очень жесткие повороты. Вот, не знаю, насколько это передается, но они прям на чуть ли не на 180 градусов, наверное, на градусов 150 каждый поворот. Если честно, мы вот сюда приехали тоже по таким поворотам, и я понимаю, что плюс-минус любая легковая машина проедет здесь. Но они не разрешают ездить на своей, ну, чтобы просто заработать. В целом я в этом ничего плохого не вижу, они просто как бы на этом зарабатывают, поэтому почему бы и нет, им тоже надо что-то кушать. Время сколько у нас? 5:37. Охренеть, в прошлый раз вся парковка была занята. Вот тут можно было купить чай, бананы. В целом, подъем здесь не такой долгий, либо сложный. Сейчас я вам прям засеку, скажу, сколько по времени подниматься. Но единственное, белым кроссом хана. Ладно, увидимся наверху, скорее всего. Уберу телефон, а то надо смотреть под ноги. Мы уже идем. Офигеть! Офигеть! Мы уже поднимаемся 12 минут. Как будто бы уже подходим. Так быстро светлеет. Блин, есть ощущение, что мы немножко опаздываем. Вообще написано, что рассвет 6:06. Блин! 6:06! Время без 5:06. Нам как раз подниматься минут 5. Просто так посветлело резко. Охренеть. Мы поднимались ровно 20 минут. Если что, вы имеете в виду. Смотрите. Никого здесь нету. Вообще. Просто там женек рассказывает, что есть плюсы того, почему мы сюда приехали в сезон дождей, в размытые дороги, потому что на горе, кроме нас, никого нету. Реально. Никого. Так, все. Я, к сожалению, не выучила вам текст, но чат GPT сказал мне сказать вот так. Пучифа — это не просто место на карте. Это место, где природа встречается с душой человека, где каждый может почувствовать себя на вершине. Гора Пучифа – место, где земля встречается с небом. На самом деле, Пучифа, мне кажется, одно из самых красивых мест Таиланда. Для местных Пучифа – это огромное место силы. Потому что они верят, что когда они сюда поднимаются, они находятся ближе к солнцу, и здесь их молитвы якобы будут больше услышаны, и поэтому люди сюда, короче, приходят, местные тоже. Но нам сегодня невероятно повезло, потому что только мы такие дикари, да, решили поехать на эту гору в сезон дождей, где нету асфальта, вообще все очень грязно. Но, тем не менее, мы здесь оказались, поэтому это точно стоило того, хотя бы просто из этих всех видов. Вот просто реально не хватает слов. Смотрите, как тут красиво. Это все облачка просто плетает. А вон там скоро уже будет рассвет. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы я чаще вела канал, потому что я бываю всегда в очень красивых местах. Просто я ленивая жопа, не умею снимать YouTube. Но если вы не будете говорить, что я снимаю классно, то я буду продолжать снимать.
Мы уже нагорели примерно полчаса. Вся гора... Поднялся сильный ветер, и теперь вся гора превратилась в туман. То есть не видно ни солнца, ни облачков, потому что мы находимся в центре облачков. Немного расстроилась, потому что хотела посмотреть еще там прикольный контент. Но из-за того, что все в облаке, кажется, что я просто вот реально стою где угодно, а не в Таиланде. Я вам, кстати, забыла сказать, что мы же находимся с вами на пересечении границ. То есть вот это уже у нас Лаос, смотрите, соседняя страна. Вот. А с этой стороны у нас Таиланд. Вообще север Таиланда прекрасен тем, что он везде такой горный, и это типа такая проходит граница. Очень прикольно. Как скользко вот где было, я не помню, что такое. Мы, короче, двигаемся обратно, потому что, как я уже говорила, здесь остался прям туман, и как бы красивые виды закончились. Поэтому сейчас главное опять не упасть, не соскользнуть, потому что очень скользкая дорога. Надеюсь, наша водила нас ждет. Потом погода в конец уже испортилась, и был очень сильный ветер. И видимость была снова просто плохая, а еще было невероятно скользко. Поэтому New Balance точно не предназначены для такого путешествия. Но когда мы уже спустились с горы, то тут было уже светло и не было облачков. Далее я вам пыталась заснять, какой был крутой подъем. Не знаю, насколько сильно у меня это удалось, но я просто пыталась приближать телефон, как я могла. Как я уже говорила, на эту гору поднимают специальные пикапы. Охренеть! Мы, короче, когда к нему сели в машину, мы не знали, сколько будет стоить. И мы сейчас, короче, такие едем. Я говорю, блин, хоть бы... И, короче, просто обсуждаем. Я такая говорю, ну, говорю, 1000, говорю, бат максимум. Я говорю, 500, говорю, ну, нормально. Говорю, ну, 1000, говорю, если попросят, говорю, все равно дадим. Мы такие, ну, как бы у нас привез к машине. Мы говорим, сколько? Он говорит, 160. Мы такие, а... Ну, мы оставили 200, да? Блин, как будто мы можем оставить больше. Я, короче, к чему? Что люди же готовы платить больше. Типа, ну, потому что он нас забрал индивидуально, отвез, ждал нас наверху, спустил. Мы спустились с этих разворотов гор. Сейчас у нас начнется просто трасса, но нет по пути ни одних севенов, и нам пришлось немножко свернуть с маршрута на 5 минут подольше, чтобы зайти в севен и купить кофе хотя бы. И вообще что-нибудь, потому что хочется кушать невероятно и спать. Мы взяли кофе, смотрите, спать капучино. Ну что-то оно как будто бы без капучино. Теплое молоко? Да. И, и знаменитые сэндвичи от Севена. Все горячие. Нас не видно. Мы ем. Мы кушаем. Обратно оказалось невероятно красивой, просто ночью мы этого всего ничего не видели, поэтому вот такие вот горы сопровождали нас всю дорогу. Ну что, ребята, вот такой вот короткий получился мини-вложек, да, о нашей горе Пучифа. Я надеюсь, вам понравилось, так что ставьте лайки, пишите комментарии, мне будет очень приятно.